И в завершении выпуска. Холодное лето в этом году изрядно испортило настроение и планы москвичей и жителей столичного региона. Интернет пестрит жалобами, да и шутками об аномальной погоде. Наш корреспондент вместе с люберчанами попыталась найти плюсы среди многочисленных недостатков такого неправильного лета. Хоть знаменитой песней поется, что у природы нет плохой погоды, однако с этим можно поспорить. Особенно жителям Центральной России, которые в этом году остались без лета, жаркого солнца и купального сезона. Но если подумать глубже, может, в этом есть свои плюсы? Ну, например, лесных пожаров не будет, и на водоемах никто не пострадает. Воздух чистый в Москве и Подмосковье, ну и все зеленое, нету выжженной травы и... Не знаю, мне кажется, природе и такая погода тоже нравится. Летом обычно мы на даче купаемся, загораем. Сейчас это невозможно. Там ничего не растет, отдыхать даже не хочется. Ждем новых, хороших, теплых дней. В городской среде достаточно сложно находиться с температурой выше 25 градусов, поэтому комфортно работать, комфортно передвигаться. Нам нормально. Мы уезжали, поэтому нам хорошо. Скажите, а хорошо? Хорошо. Для меня лично это не играет роли. Главное, чтобы было настроение, играла музыка и было желание делать все, что хочется. Педикюр – это экономия. Одеваются кроссовки и все скрывается. И все нормально. Хорошо то, что много зелени, наверное. То, что дожди, зелень. А для здоровья? А для здоровья, да, конечно, не очень. Тем более для пожилых людей. Ночью, допустим, не жарко. Если там 20 градусов, то дома сидишь там. В Москве, например, я живу. Будет 2019, то это не очень хорошо. Плюс, ну, есть. Нет снега. Как говорится, у природы нет плохой погоды, да? Ну и все, а что советуют им? Да и все, пусть радуются, что хотя бы живут. Давление иногда мучает, а в такую прохладную погодку оно полегче переносится. Конечно, градусов 20, вот такая, как сейчас погодка, желательно тоже для отдыха. Не больше. Для молодежи может поджариться где-то, нам и этого хватает. Ну что же, оптимисты ищут плюсы во всем, и даже холодное дождливое лето тому не помеха. Я думаю, такая погода прежде всего на руку женщинам. Можно сэкономить на шопинге, не бояться переборщить с макияжем. И да, худеть можно уже к следующему лету, которое обязательно будет жарким. Вас пытались развеселить Луиза Егязарян и Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.